Осторожно. Тихонечко. Ой, тихонько так сильно не бей. Это вдруг по руке попадешь, это бьешь руку. О, потихоньку. Я допью вообще-то пилу, да. Я да. Пилу вообще-то надо. Вообще. Пилу. Давай. Чем ты пилила? А теперь вот здесь вот давай. Сейчас ты нож дам, будешь пилить. Где тут? А, да. Он пилил ножом так вот. Куда делся нож-то? Забросил куда-то. Пилу забросил. Сейчас нож бабуля, да, себе? На, пили. Ножом. Осторожно. Где осторожно? Пили. Ну, молоток положи, пили. О, как пилит, видишь? Давай. Пили. О, как хорошо пилит он у нас. Строит он лавочку, пилит ножки, да? Или табуреточку. Что будешь делать? Дим, табуреточку будешь или лавочку? Что будешь делать? Дим. Он занят, видишь? Не говори. Он сейчас сосредоточен. Есть поселок. Есть поселок. Получилось, да? По пальцам только не порежь. Так вот нельзя пилить. Надо вот как? Надо всегда, должна быть безопасность. То есть ты с этой стороны держишь, вот с этой держишь, а пилишь с другой стороны, вот с этой. Понял? Чтобы по руке не попасть. Чтобы по руке, с краю, а тут с краю держишь. О, как другой стороной пилишь. Ну, строитель он у нас будет точно. Ему нравится строить. О, а, тебе отвертка нужна, да? Принести отвертку? Отвертку надо, да. Шуруп по-хорошему. Принести отвертку? Ну, принеси, шурупчик давай тогда. Он ну, будет шуруп. Как же он за его, да? Ну, вначале нам надо, а потом он будет крутить. Он как хорошо крутит. Крутит, да? Да, закручивает. Шурупчик, да, закручиваешь, да? Тебя снимают, губу отпусти, это некрасивый будешь. Губу отпусти. Мама снимает, ты некрасивый будешь на фотографии. Некрасиво. Да, некрасиво тогда. Мама тебя снимает, ты должен быть красивым. Да. Сейчас бабуля даст отвертку тебе. Вот. Вот, давай. Завёрывай, завёрывай шурупчик. Вот, закручивай. О, молодец, как красиво. Это ты закручиваешь, да? Да, закручиваешь. А откручиваешь? Откручивает как? Наоборот, в эту сторону. В эту сторону откручивает. Вот, двумя вот. Руками. Двумя, и той помогает. А, он одной даже может, молодец. Той помогает. Смотри, тоже. Смотри, он одной может. Пальчики молодец. Хорошо работают. Молодец. Получается. Да. Вот, помогай. О, молодец. Это закручивает. Ух ты, молодец. Ух ты, как крутит хорошо. Я же... Ну, дедуля Толя, надо послать, как он работает с инструментами. Это что, папа, да? Ой, глаза. Ой, в глаз попадешь, это так не надо. Вот палочкой попадешь в глаз, и все, и болит страшно, да, так не надо. Это надо убрать, палочки такие. Это как называется инструмент? Это будет. Отвертка. Отвертка. Я докидеча, это я докидеча. Она не открывается. Нет, это же отвертка, ей открывают наоборот этой отверткой. Это ручка у нее, за ручку держит. Ручка держится и откручивает шурупчики. Там маленький шурупчик, дай. Кажется, может крутится. А? Даже я его найду. А там это в столе нету? Вот там баночка под телевизором, там шурупчики есть. А где ты? Сучок это называется, сучок. Сучок. Сучок, да. Сейчас бабуля шурупчик принесет, ты будешь закручивать шурупчик. Вот. Шуруп. Вот видишь, как гвоздик. Но он шуруп, потому что есть деление. Отверткой можно вот сюда вставить. Вставляется крестообразная отвертка. Вот видишь, крестиком. Вот, вот видишь, и она движется. Видишь как? И вкручивается шуруп. Вот помоги мы вначале. Вставляем, смотри. Потом вот так вставляем туда. И начинаем вкручивать. Но это надо немножко очень, крутить. Надо что-то мягкое. Да, здесь не получается. А здесь это надо... Жесткое, да? Ну, просто немножко, хоть чуть-чуть. Сейчас пошло. Вот. Вот давай. Теперь сам закручиваем вот шурупчик.
Видишь? Кривоватенько, правда. Давай, вставляй отверточку и дальше будем крутить. Вставляем. Вот. Чтобы он села, она. Во, все, села. И теперь вкручивай. Ух ты, смотри, держи. Крути. Ух ты, получается. Держи, держи. Ух ты. Получается. Крутится. Смотри. Ух ты, мама. Ух ты, получается, смотри, что. Ух ты. Ух ты. Ну и хватит, потом раскручивать вот. Будешь. Вот. Смотри, как закрутила. Видишь, шурупчик? Так же он раскручивается, выкручивается. Да. Теперь можешь назад выкручивать. Шурупом у нас теперь. Давай. Я буду держать, а ты выкручивай назад теперь. В другую сторону, да. Только надо туго надавливать. Подожди, чтобы он не выскакивал. Вот надави рукой вот так вот сильно и выкручивай. О, да-да-да-да-да-да. О, молодец, молодец. Давай еще ну, раз. Ладно. Да подожди, все у него сейчас получилось. Давай. Да-да. Только держи, чтобы не выскакивал. Давай я буду придерживать. Крути. О, молодец. Крутится. Ба! Дим. Во-во-во, молодец. Нет, ты не балуйся уже. Ну ладно. Вот так вот, видишь, закрутил шурупчик. Вот так. Теперь у нас с шурупом дощечка. Ну ладно, с гвоздиками одна, а другая с шурупом. Вот шурупом можно было, например, вот эту дощечку тоненькую какую-нибудь прикрутить вот к этой, например, вот этим шурупом. Надо, чтобы длина хватила. Да, вот так вот. Научит себя. А куда ты пошла? Подай бабуле. Давай я ее уберу, чтобы... А то потеряется, Дим. Потом будешь крутить в следующий раз. Я табуретку. Табуретку он хочет. Пока все там играют, занимаются своими делами. Короче, я села сегодня рисовать. Наконец-то. Боже, я так давно мечтала рисовать. Короче, вот картина. Я срисовываю, по памяти не умею. Тут у меня вот такой стол. На даче мы до сих пор. Вот бабушка с Димой играют там. Мячиком. Не хочу лень вставать в нем. Вот пока у меня, короче, сохнет одна картина. Прям ее, пока она там досыхает, я начала рисовать другую. Короче, такая вот у меня будет. Вдохновилась я. Ну, обычно я за скетчинг вот такой вот, я обычно рисую 2-3 картины, 4 одновременно. Пока сохнет одна, я рисую другую. Потом, пока она там досохла, ее беру, потом следующую, следующую, следующую. Короче, я отдыхаю на даче, наконец-то я отдыхаю. Вчера я даже свою книгу, кстати, почитала. А, у меня еще Лёшкин кот там. Да, почитала. Сзади меня мой лазмак. Вот, я вчера повалялась на нем. Правда, меня никто не записал на камеру, потому что все убито отдыхали. Была жара вчера. Вот. Сегодня дождь у нас с утра был. Попозже, может быть, покажу. Там вообще все так мокро. Кошмар. Мы должны были ехать сегодня на кладбище. И не поехали, потому что дождь. Вот, короче, вот я рисую. Вот сейчас он у меня такой, стаканчик мой. Через секунду вы уже увидите, какой он стал. Если, конечно, я не увижу никакую птичку, не побегу ее снимать. Ну, в любом случае, в этом ролике, скорее всего, и увидите. Игра в футбол, пока я рисую. Слышу, мой ребенок смеется. Смеется. Мой зайчонок. Ароматный. Yeah.
такой сад. Тут только играть, бегать. Вот цветы собрали. Дождь был сильный у нас очень. Но я в этот момент спала. Второй день уже сплю до 12. Наконец-то хоть высплюсь чуть-чуть. Недосып. Дим, идем яблочко дам. Молодцы. Ух ты, он умеет отбирать. Тут да? У меня, кстати, ух еще ты. Зарядка. Ух на нее, кстати, ты, был обзор. Молодец. Ой, наверное, надо снять на видео. Надо еще рисовать.